Основная особенность губернаторской программы «Мой подъезд» – это подход властей к софинансированию работ. Местные жители напрямую оплачивают лишь 5% затрат. Остальное – это государственные средства. На территории городского поселения Ивановска ремонтируется 34 подъезда. Сегодня мы находимся по адресу Мичурина, дом 3. Третий подъезд. Уже в протяжении 2 дней ведутся работы, продолжается реализация губернаторской программы по просьбе жителей. В соответствии с утвержденной программой, графиком, работа выполняется в срок. Срок – это всего одна неделя. На объекте ежедневно работают несколько специалистов. Им предстоит заменить светильники, почтовые ящики, провести окраску стен и многое другое. Также будет осуществлена укладка кабелей и замена плафонов в подъезде. Конкретно сейчас какие работы идут? Покраска стен в подъезде и потолков, да. С проектом можно ознакомиться на сайте меняемподъезды.ру. Точный адрес вы видите на экране. Там указаны адреса домов и размещен список конкретных подъездов, которые власти планируют привести в порядок до конца этого года. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».